Как сделать свои лоу-кики более жесткими? Чаще всего люди пробивают, оставляя эту ногу левую, свою опорную, на одном месте. Тем самым у них не хватает амплитуды удара. Делаем одно дополнительное движение. В любом случае отвлекаем ударом рукой и шагаем левой ногой немного в сторону. Тем самым мы смещаемся, во-первых, с линии атаки, если нам будут контратаковать прямым ударом. И удар приобретает большую амплитуду и, соответственно, становится более жестким.